Так, друзья, всем привет. На барахолке. Суббота, вышел на барахолку. 8:30, 8:46. И я уже что-то купил. Зараз покажу. Зараз вам покажу. Такую красу купил, пано с монетами, 6 двушек, деньга, копейки, еще не все, такую бананку для копа, трохи пошматована, но мне подходит. Вот так. Шукаємо, буду показувати. Так, і що по ціні? 200 гривень. 200 гривень оце пано. І 50 гривень бананка. Як скажете, добре? Чи ні? Одно шо, а де варкрафт? Там ведьмак. А, ведьмак. А там клик отломаний. Кран. Купив пауэрбанк ще за 50 гривень і лампу за 30. Покажу. Рівно. Первый год. Ну, Буратино у тебя недавно. Не, вы возьмите то, но поплотнее шнур есть. Где? Вон, дивіться. Цей? Да, 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 возьмите, попробуйте цей. Он вроде бы тоже. Ну, то и да. О. Да, он плотно должен вставать. Сколько?
такий полтинник, гривень за 40 можу віддати. Я понял. Можна глянути? Да? Да? Я не достаю. Сюди зайдіть. Ложки у вас цікаві. Да, так, хлібников є. По 40 гривень жалко. То рубль. І скільки такої стоїть? Він покоцаний. Ну так і що. Скільки ж може? Вона зарядка для ноутбука, ні? Ні. Да, такий би знайти. А що таке ноутбук у вас? 600. З зарядкою робочою. Робочий? Хай не включається, і зарядка є. Цікавий. А ложки де, говорите, цікаві. Це? Це вже з'їли її на полу. Скільки така? По весу? 40 гривень, грам, 78 грам, 30. Ого, хороше. Україна. Шнур шукаю на лампу, монеты, такие Украины. Канал на Ютубі. А? На Ютубі канал. Так а якщо ми не хочемо, що... А я ж не вас. Ну, не хочете, то я... Можна глянути? А я так зумі. По чому рублі? 30. Полтинник 30. Є? ХБшня по 20, а ляные 25. Да, сейчас я подскажу. Копейка царская. Туалетная бумага 10. Ой. Это 20. Ага. Это 30. За 25. Нет. Возьму.
Это один? Один. Берите, я вам дам. Да. О, моя радость. Не, перекидываю назад, Там приходят, прибирали, запробирают для нас. Рубли. Трошки поїздило один раз. Яких 6 тисяч. По чому такий? Вот такие 20 гривень. Ага. До 15. 25 гривень. 10 фенингов, 14. Ну просто. А я понял. Просто куртка. Двушка не 26. Это 26, да, это 28-го 3 копейки, 31-го 5 копеек. Да, вижу. Доброе. Блин, так. А нет, какие. Современные. Не цікаво. Нашел шнур, знайшов ланты. Беру. Двадцять гривень. Так, добре. Я прямо. Воду. Я со 120 скинул. Давайте. Для меня десятка много, я пенсионер. Я почем? Вот дорого. А ты гамай? Тысяча. Рабочий. Тысяча гривен где-то экран. А, экран. За тысячу гривен где-то купишь такой, за тысячу гривен. Находил такой. Раз и полторы. Посеки? Полторы. Трошки вбыто. Такую бы найти. Оригинал. Клейма 56, но латунь.
Цікава штука. Мельхіор. А скільки така ложка? 20 монет. Не, я имею в виду вот здесь. Посмотрите. Тут за граница, да? Элизабет 2. Там такое. Ага. Ой, да, всякое. А вы как на Ютубе? Как вас? Не, я не знаю. Не, я имею в виду, если. Ну, если напишите что-то, как вас узнают. Руслан. 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 Добре. Руслан. Нет. Монеты есть какие-то цикады? Я не занимаюсь, это так, кулек какой-то попался, а там других не встречал. Первый слой, а
А такое сколько рублей? 40 гривен. Не знаю, пока не знаю. Это тоже на пистолах? Не, это зажигалка, но ее щелкали и уже защелкали. Да. Копия. Затерта. И хочу взять, и не знаю для чего. Просто что затерто, ничего, в альбом не положит. Сейчас мужчина купит рекламу. Очень хорошо. Не получилось. Не коллекционируете? Да, коллекционировал. Понятно. Это что ты критикал? Носки, две пары. А что не в банк? Ну, такой прикол. Тут интересные ножницы дореволюционные. Да? А где видно? Ну, а там клемма, это портного ножницы. Класс. Еще не видно. А что часов-то все, больше ничего нет? О, я такой находил. Да? Да. Ты же сам? Так, ну да, такой медный, ну латунный нож, я был удивлен. Это за 300 гривен хочу его продать, но он дороже стоит намного, под 700, 800. С клеймом, не помню ли таким, но латунный нож я находил. Добрый. Ну это уже 800-я проба, как старая Европа ложечка. Ну, мне кажется, что навряд ли это серебро. 800 рублей. Это не похоже. Это реактивно. Не похоже на серебро. Я покупал серебряную ложечку. А тут что написано? Это 916 советское. Да нет, это серебро по-любому. Ну вот это вот тяжелое, да? Это понятно. Да нет, серебро. Был только же жетон тоже копанный, 800-й пробовал, он ушел сразу. А что за жетон, что там было? Я не помню, тоже какая-то старая Европа, но там половинка от него, он 2,5 грамма вес. За 50 гривен долго продавал. 916-я проба, советское серебро. Одну монету, да, взяли? 25 грамм, грубо говоря. И сколько это? 20, если по 20 гривен, то сколько? 24, 550 гривен. Беру. 500? 550? Что? Поснимайте. Подержите. 50 гривен, 40 там можно забирать. Я сдачу дам. Тысяч. 550 гривен ложка. Теперь у меня вторая серебряная ложка. Ну, это ж старая, но все равно. Да и лежит про запас. Все, спасибо. Не забудьте ложку. Буду чай пить. Вот така ложка. Не планував купляти. У мене вже є. Але у гарних людей вирішив взяти. Да й ціна добра. Я задоволений. Хоча не заплановано. Бере. Я подойду сейчас. Применить такой прикол. Да.
Все, закінчив, виходжу з барахолки. Так, друзі, я вже вдома, підводимо підсумки, що сьогодні я придбав. А придбав я сьогодні отакий колаж з монет, 6 двушок, деньга і копійки. 200 гривень. Для копу придбав отаку бананку. Придбав пауербанк зі шнуром. 50 гривень, це 200 гривень, це 50. Придбав за 30 гривень лампа така гарна, настільна. І шнур за 20. Придбав гаманці собі, мамі. Навушники такі, 200 гривень. Гаманці, не пам'ятаю, вже 70. 50 чи 30. І от, друзі, от таку срібну ложку. Клейма ви вже бачили, чи зараз побачите. 916 проба. Совєти. І такий чайник для себе. Гарний чайник. Вінзер. Важкий, міцний, дуже добре. На цьому все. Отака в мене була вилазка на барахолку на Почайній, місто Київ. А, ще дві монетки. 10 гривень. Обов'язок, мужність, пам'ять. 40 гривень. І така от ювілейна мого року народження 80-го на пам'ять. На цьому все, друзі. Кому сподобалось таке відео, чи подобається вам така тема, пишіть, ставте лайки чи так. І хочу бачити ваші коментарі, щоб зрозуміти, знімати чи ні. До побачення, до нових зустрічей, всім нам перемоги!